Ну что, приветствую вас, мои любимейшие ароматные дырочки. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Как дела, что делаете? А мы с вами, в общем, сегодня поговорим про ароматы, улучшающие настроение. Поэтому, если у вас хуевое настроение, смотрите это видео, и эти ароматы вам помогут его приподнять. Вот, я сегодня накрутил этот старый объектив. Я вам в нем больше нравлюсь, и я в нем на 100 килограмм худее, скажите же. Вот, какие-то у меня тут прыщи непонятные. Вы заебали с вопросами о губах. Это аллергия, они сохнут как суки. Это пиздец, тут траурная кайма. Но думаю, сойдет недельки через неделю, через две. Надеюсь, сойдет эта аллергия. Вот, такие волосы красивые, смотрите. Волоски. Очень красиво, да. В общем, сегодня это мы с вами поговорим про супер энерджайзер аромат, повышающие настроение, такие яркие, знаете, потому что сейчас такая постзимняя хворь, типа весна потихоньку вроде наступает, но что-то не очень заметно, да. Поэтому эти ароматы вам помогут. Поэтому смотрите этот видос, ставьте лайки, пишите комментарии, пользуйтесь моим промокодиком на сайте Рандеву 10 Квасин. Берите мой аромабоксик. Ароматы с ОЭ эффектом. Но с этим объективом я могу все близко показывать. Смотрите, какой аромабокс. Смотрите, какие колечки. Это с изумрудами сегодня. Вот. Берите, мозги не ебите, охуенный. Просто аромабоксик. Вот, зацените сразу же. Вот. У меня вот, знаете, с левой стороной вечно какая-то хуйня. Вот с правой стороной все окей. А вот левая сторона какая-то залупа вечно. Вот тут прыщи были, сейчас сошли. Вот прыщ тоже был вот такой, вот сейчас сошел. Не знаю, в чем проблема, непонятно. Вот еще такой вот у меня браслетик тоже с изумрудами. Смотрите, какой красивый. Вот. Теперь я вам могу все показывать, да? Ну, в общем, давайте начинать, мои поросяточки. Вот, мои в рот берушки в попу попрошайки, давайте начинать. Видели, кстати, какая горнолыжница? В телегу подписывайтесь, там, короче, увидите меня в таком амплуа, в котором никогда не видели. Я там на сноубордах катаюсь. Это за какое число сегодня у нас какое? 25-е, за 24 февраля отмотайте в телеге, там я, короче, на сноуборде качусь, как колобок. Ебаный. Так, первый аромат, повышающий настроение, это у меня новиночка. Такой вот ароматец. I see the cloud go by. Типа я смотрю на облака и все охуенно. Это флорайку. Я вообще их все переместил. Вот эти вот крышечки. Я их снял и использую по назначению. Вот. То есть тут такая вот миничка. Вот. А вообще эта крышка должна надеваться на флакончик. Но она держится не супер плотно, и это очень тяжело получается. Поэтому я решил так не хранить, а набалдажить маленькую крышечку. Поняли? А вот это, то есть в атомайзере. То есть, смотрите, тут такая вот картиночка, типа луга, все дела. И аромат, в общем-то, просто волшебный, девочки. Какой прекрасный аромат. Я его сразу же... Как потестил, я улетел просто на другой конец света. Это, знаете, это нереально красивейшие цитрусы. Такие зеленые, веселые, искристые. Знаете, именно лимон. Брызги цедры лимона. Зеленая такая трава. И ты как будто лежишь на этой зеленой траве. Пьешь, наверное, какой-то ледяной чай с лимоном. И действительно смотришь на облака. Знаете, такая нереально красивая свежесть. Чуть ли и вот холодный этот прохладный ветерок, он волшебный, девочки. Я вообще влюбился в этот аромат. Флорайку тоже у меня один из фаворитов. Где-то через полторы недели я вам уже сниму конкретный обзор на все флорайку, которые у меня есть, с полноценным обзором. Но сейчас могу сказать, это прям один из мега-фаворитов. Он прям, знаете, лимон здесь искристый, такая зеленая чайная нота. Действительно, чай с лимоном, с коркой вот этой вот свежайшей. И, может быть, знаете, вот берут лимон, толкут его с сахаром, и типа это получается типа такого варенья.
И вот, возможно, такой ледяной чай. И вот это вот лимонное варенье с сахаром. И такой он свежий, с ветерком, прям, знаете, пробуете, очень красивый, сразу как-то заряжают, знаете, вот этим вот лимоном, сразу дает какое-то охуенное настроение, прям балдежные девки, действительно. Не знаю, он может кому-то показаться слишком простым из-за лимона, но это все, знаете, происки душевнобольных. Если в пирамиде есть лимон, бергамот, новички такие, ой, а свежашка, нифига подобного. Подобного я в люксе не встречал. Очень красивый, прям заряд бодрости и хорошего настроения, действительно, кайф. Дальше, старичок в моей коллекции, и они вот немного похожи с флорайку, это бланк полихром. Тоже один из моих любимых из Ателье Дезор. Такой вот красивый флакончик, смотрите какой. Бланк полихром, это вообще балдеж, девки. Я его летом вам буду показывать, чуть ли не каждое видео. Здесь, знаете, здесь прям цедра. Цедра лимона, цедра апельсина, грейпфрут, знаете. И все это цедра, она, короче, в воде, в стакане воды и кучей из горка льда. Поняли? Это прям леденящий цитрус, который поднимет мертвого просто, знаете, с могилы. Вот, и он, короче, такой ядреный, он такой цедристый, знаете. Тоже часто я вам привожу эту аналогию, когда чистишь, знаете, мандарин. Вот мандарин здесь тоже есть, мандарин, лимон. От этой цедры она растрескивается, и это малюсенькие капельки. Они вам в морду вот так вот, короче, прыскают, знаете, от этой цедры. Вот так вот, когда чистишь апельсин, и он такой шшш, и на вас, короче, вот этой вот горьковатый, ядренейший запах. Поняли? Вот этих брызгов спермы. От этих вот брызгов цедры. Балдежнейший. И в базе у него присутствует такой вот морской бриз. То есть, знаете, здесь есть микро-микро соленая нота, которая дает в перемешку с озоном именно такую ноту морского бриза. Он настолько балдежный, он настолько освежающий, настолько, знаете, какой-то бодрящий, заряжающий. Я когда его брызжу, я, короче, целый день скачу как лошадь, делаю дела, все делаю. Короче, этот аромат действительно, он как такая батарейша работает. Офигенный. Балдежный. Тоже в люксе вы такого не найдете. Стойка шлейф отменный у всех вообще этих ароматов. И настроение вообще заебическое становится после этого бланка полихрома. Действительно очень хороший. Именно, знаете, цедра вот этих фруктов цитрусовых. Очень холодный аромат. Ядренейший. И такой морской бриз в базе. Кайф не могу просто, девки. Пробуйте, умрете. Дальше Паоло Синони. Такой вот флакончик Паоло Синони. Это, короче, тоже поднимет всех из гроба, одухотворит. И, короче, и вы воскреснете с этим ароматом. Это, короче, огромная тарелка фруктов. Тут тоже, знаете, груша, потом это дыня. Арбуза здесь нет, к сожалению. Именно тропические фрукты. Какая-то такая вот марахуя, поняли, манго немножко. Вот, и фрукты, ананас, и на пачулях таких. Вот аромат ядреный, аромат мега фруктовый, мега заряжающий, мега такой, знаете, очень громкий, очень шлейфовый. Его надо носить, когда вы хотите быть эпицентром события. Знаете, ну даже если вы встанете не с той ноги, у вас будет хуёвейшее настроение, ваши домашние животные блеванули. А я вот не знаю, кстати, что это за история. Это, по-моему, у всех так. Почему именно с утра, когда ты спишь, животные решают блевать? Вот вы не заметили такую историю странную? Я постоянно, ну не постоянно, конечно, иногда вот только утром, я просыпаюсь от этих звуков.
Это пипец, короче. Что за классика? Кто-нибудь мне объяснит, почему их утром, короче, прорывает на Блевантину? Не понимаю. Но Паула, это, короче, он сделает из вас богиню, королеву бала. Будь вы в любом настроении, адовым, злом, будь у вас ПМС, хуемс, месячные, куролесячные, он сделает из вас, короче, королеву бала, всех ебало, поняли? Ну и синоним неплохой бренд, у меня там есть уже супер-мега два фаворита, Жаггари, Альман, Альман вообще просто, это шампанское, ну и Паула тоже вообще. Попробуйте обязательно. Именно фруктовый такой вот взрыв тоже вас зарядит. И шлейфом вы станете эпицентром событий. Поняли? Можете поискать на Ламоде. На Ламоде они представлены. Вот, балдеж. Дальше. И последний аромат. Это у нас Байреда Сандейст. Недавно у нас совсем был обзор на Байрединке, да? Такой вот сандейст. Ну, уже вы поняли, в чем прикол от слова сан, солнце, типа, знаете, аромат балдежнейший тоже. Он такой, знаете, я его когда нюхаю, мне хочется лечь. Но я солнце ненавижу, если честно. Солнце ненавижу, я люблю вот лежать на природе какой-нибудь. Ну, когда нет солнца яркого, потому что от солнца меня тошнит. И этот аромат, он, знаете, он с таким ароматом тоже здесь фрукты. Цитрусы, но они все, знаете, приглажены, как будто они все приглажены солнцезащитным кремом. То есть, представьте, вы нанесли на себя какую-нибудь ядреную цитрусяху, и потом на нее надели вот этот вот защитный, вот этот вот от солнца крем, и он приобрел такой кремовый оттенок, и мне даже здесь мерещится такая вот табачность, знаете. Табачность здесь на границе, как это называется, кур-де-кур, блядь, от BDK кремовая кожа, поняли? Вот такая вот здесь вот какая-то некая табачность присутствует. Он балдежный, знаете. Он прям, знаете, если вы бегали, как белка в колесе, по налоговым, по хуёговым, ЖКХ, какие-то там проблемы тупые свои решали, просто брызгается. И вам ничего не надо, и вам охуенно. Но лично мне, когда я его струящу, хочется просто лечь и балдеть, знаете. Он прям такой фруктовый, балдежный. И вот именно под этой пеленой какой-то загадочной такой вот табачности, мускусной. Балдежит только летом тоже, я его, думаю, закончу. Потому что он прям уж очень мне нравится. И летом, и весной вот я его вижу так. Поняли? Такие вот ароматы хорошие в настроении. Пишите, чем вы струячитесь. Вот. Соскучились по этому объективу? Пишите. Но я в нем действительно в 100 раз худее. Так как есть. Губы болят, пипец. Такая Анджелина Джоли. Видите, они даже потрескались. Ужас. Ну ладно, девчонки. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, встретимся в телеге, если что. Everyday посты там. Давайте, люшки-целюшки.